командуйте из зала, кто начинает? Аня начинает. Песня! Алло, я Валю. Вы слышите? Я тебе вас петь. Если я начну говорить, выходите, не мешай. Пей. Вы можете помолчать, девушка? Вы можете помолчать, я хочу петь. Я же вас заказала. Как вы меня заказали? Что значит вы меня заказали? Я не поняла. И сегодня день рождения вообще-то. И что? Что у вас день рождения? Ваш заказ упал. Случайно. Идите отсюда быстрее. Не, подождите. Подождите. Я требую объяснений. Что значит, вы меня заказали? Ну, может, я чуть не конкретно выразилась. Да, вы выразились очень некорректно. Я позвонила вашему менеджеру. Попросила, чтобы вы выступили на день рождения. Сегодня в нашей программе дальше будет место певицы Шапито. Вы тоже сюда ожидаете? Где мой менеджер? Менеджер! Очень строго. Я ухожу, девушка. Вас закроют завтра же. Алло! Алло, менеджер! Где мой менеджер? Где менеджер? Где мой телефон? Я не поняла. Я тут вообще зарабатываю. Где мой телефон? Менеджер? Я знала, что так и будет. Почему? Где мой казали? Да потому что певица баба, а не певица. Что значит баба? Девушка, это вы приходили к моему столику? Вы случайно телефончик не захватили? Оп, заказ упал. Девушка, дорогая. Какой воздух некрасивый, с бриллиантами. Может, тебе еще собачку под мышечку положить? Она у меня есть. Где? Дома. Вот пусть и ты иди тоже домой. Может, вам поверить пока? Пристройка. Ага. Слушайте, а у вас вот это, когда ты обратно на стол садила, это поза была вообще? Или это была так, это и было?